всегда встречаешь первым утром. От стен твоих бежит ночная тень, и над тобой взлетает солнце круто, даруя городу кипучий новый день. И я спешу к тебе в красивой нашей форме, и все девчонки улыбаются мне вслед. Я твой студент Днепропетровский горный, Национальный горный университет. В этом видеозанятии мы рассмотрим аналитический метод исследования кинематики плоского стержневого механизма. В качестве примера возьмем плоский механизм, который был подвергнут кинематическому анализу графоаналитическим методом в наших первых трех видеоуроках, который можно посмотреть по адресу на экране. Механизм преобразует вращательное движение входного кривошипа 1 в возвратно-поступательное движение выходного ползуна 5. Заданы геометрические параметры механизма. Входное звено вращается с постоянной частотой, которая в нашем примере равна 20 оборотов в минуту. Этой частоте соответствует угловая скорость омега-1, равная 2,94 секунда в минус первой. Первой задачей кинематического анализа является определение положения звеньев. Графически она решается построением планов механизма для различных определенных положений входного кривошипа. Для аналитического определения положения звеньев мы заменим их двухмерными векторами, как это показано на экране. Направления векторов выбираются произвольно. Обозначим все векторы. Положение на плоскости каждого вектора будет определяться углом между вектором и положительной полуосью абсцисс. Как принято в механике, положительные углы откладываются в направлении против хода часовой стрелки. Теперь можно для двух замкнутых векторных контуров А, Б, С, Д и Д, Е, Ф записать уравнение замкнутости. L1 плюс L2 равно L0 плюс L3. L3-1 плюс L4 равно L5. В данном занятии мы будем представлять векторы комплексными числами с последующим решением векторных уравнений в программе MATCAD, которая располагает достаточно мощным аппаратом для операций с комплексными числами. Итак, уравнения замкнутости принимают вид. Если задать угол φ1, тем самым определив положение входного звена, то есть вектора L1, то в первом уравнении неизвестными будут углы φ2 и φ3. Во втором уравнении добавляются еще два неизвестных – угол φ4 и модуль вектора L5. Система этих двух уравнений легко решается в программе MATCAD численно с помощью решающего блока GivenFind. Предполагается, что учащиеся знакомы с основами работы в программе MATCAD. Открываем MATCAD. Заметим, что в данном видеозанятии используется 11-я версия этой программы. Для наглядности в кадре находится векторная схема механизма. Итак, вводим исходные данные. Координаты точек А и Д. Длины звеньев механизма L1, L2, L3, L3-1, L4. В общем случае ординаты опор А и Д могут быть разными, поэтому далее находим модуль вектора L0 и угол, определяющий его положение на плоскости. В нашем примере эти параметры равны 0,07 метра и 0 градусов.
найдем в начале положения входного кривошипа 1, соответствующие крайним правому и левому положениям ползуна 5. Эти положения в теории механизмов иногда называют мертвыми. В этих положениях векторы L1 и L2 коллинеарны. При правом крайнем положении ползуна эти векторы сонаправлены, и их направление определяется углом φ1m1. Когда ползун находится в левом крайнем положении, эти векторы направлены в разные стороны, и положение кривошипа определяется углом φ1m2. Предельные углы поворота коромысла CD обозначаем φ3m1 и φ3m2. Начнем с правого положения. Угол φ1m1 находим с помощью теоремы косинусов. Соответствующее выражение появилось на экране. Значение угла φ3m1 также находим по теореме косинусов. Выражения в кадре являются частью документа MATCAD. Они записаны ниже той части программы, которую мы записали ранее. К этому моменту вся программа выглядит вот так. В дальнейшем на экране будут появляться фрагменты, являющиеся продолжением этой программы. Для крайнего левого положения аналогично находим углы φ1m2 и φ3m2. Если необходимо определить положение звенья для одного-двух заданных положений входного звена, то поступают следующим образом. Вводят значение угла φ1, например, 60 градусов. Задают начальное приближение углов φ2, φ3, φ4 и модуля вектора L5. В нашем примере φ2 и φ3 приняты равными 1 радиану, φ4 – минус 1 радиану и L5 – 0,06 метра. Для тех, кто испытывает затруднения в задании начальных приближений, рекомендуется построить графический план механизма для заданного угла φ1 и принять соответствующие значения приближений. Далее следует служебное слово «given». После слова «given» задаем пределы изменения угла поворота коромысла CD. Чтобы избежать решений, соответствующих так называемой нижней сборке четырехзвенника ABCD, затем записываем уравнение замкнутости для двух векторных контуров. Кстати, мнимая единица вводится последовательным нажатием клавиш 1 и И. Завершает решающий блок служебное слово find, с помощью которого и получают значение параметров, характеризующих положение звеньев механизма. Если мы хотим исследовать поведение кинематических параметров за один цикл, а данный механизм является цикловым, то в качестве начального положения кривошипа необходимо выбирать одно из значений – φ1m1 или φ1m2. Примем в качестве начального положение кривошипа, соответствующее крайнему правому положению ползуна, то есть φ1m1 равное 19,685 градуса. Запишем небольшую подпрограммку, с помощью которой будем изменять значение угла φ1 через равные промежутки, например, в 60 градусов. Значение n будет определять номер положения кривошипа. Изменяя n от 1 до 6, мы тем самым заставляем кривошип совершать полный цикл, то есть делать один оборот. Знак равенства с тремя черточками в MATCAD позволяет располагать значение n в любой части программы. Для n равно 3, например, угол принимает значение минус 70,315 градуса.
При n равно 5 значение угла минус 160,315 тысячных градуса. Теперь можно приступить к решению задачи определения положения звеньев. Начинаем с первого плана механизма, что соответствует n равно 1. Задаем начальные приближения неизвестных. Находим решение для плана механизма 1. Задаем n, значение 2, и получаем соответствующее решение, которое появилось на экране. Величины неизвестных при n равно 5 имеют следующий вид. В нашем примере мы изменяли номер положения кривошипа, не изменяя начальных приближений. В общем случае необходимо контролировать правильность вычислений и при необходимости изменять начальные приближения. Контролировать лучше всего графическим построением планов механизма. Таким образом, можно составить таблицу результатов геометрического анализа механизма за полный цикл, то есть за один оборот входного кривошипа. Для наглядности покажем, например, план механизма для второго положения кривошипа. Тоже для пятого. Переходим к определению скоростей. Продифференцируем по времени уравнения замкнутости. Для удобства эти уравнения появились в верхней части экрана. Ниже появляются уравнения, которые есть результатом дифференцирования. Напоминаем, что производная от угла поворота звена по времени есть его угловая скорость. Соответствующая производная от перемещения ползуна есть его линейная скорость. В МАТКАДе эти уравнения будут выглядеть следующим образом. Неизвестными в этих уравнениях являются угловые скорости звеньев 2, 3 и 4, а также линейная скорость ползуна F. Зададим кривошипу, например, пятое положение, и найдем соответствующие скорости. Угловая скорость кривошипа направлена по ходу часовой стрелки и равна 2,94 секунда в минус 1. Начальные приближения скоростей принимаем равными единице. Полученное численное решение системы уравнений на экране. Теперь можно определить линейные скорости характерных точек механизма. Вектор скорости точки B кривошипа, вектор скорости точки C коромысла, вектор скорости точки E коромысла и, наконец, скорость ползуна. Для начального, то есть первого плана механизма, эта картина будет выглядеть следующим образом. В этом случае угловые скорости звеньев 3 и 4 и линейная скорость ползуна равны нулю. При необходимости можно вычислить относительные скорости точек звеньев. Например, для пятого положения вектор скорости точки С относительно точки B равен разности векторов абсолютных скоростей соответствующих точек. Вектор относительной скорости VCD равен вектору скорости VC, так как точка D неподвижна. Значение вектора VFE вычисляется аналогично. Изменяя номер положения кривошипа от 1 до 6, можно составить таблицу угловых и линейных скоростей, подобную той, которую мы составляли в нашем фильме «Построение планов скоростей». Его можно посмотреть по тому же адресу, который указан в начале этого видеоматериала. Переходим к определению ускорений. Продифференцируем по времени уравнения скоростей. Для удобства эти уравнения появились в верхней части экрана. Ниже появляются уравнения, которые есть результатом дифференцирования. Напоминаем, что производная от угловой скорости звена по времени есть его угловое ускорение. Соответствующая производная от скорости ползуна есть его линейное ускорение. В этих уравнениях
неизвестными являются угловые ускорения второго, третьего и четвертого звеньев, а также ускорение ползуна 5. Определим эти ускорения, например, при том же пятом положении кривошипа. Задаем начальные приближения неизвестных, которые принимаем равными 10. Формируем решающий блок given-find и находим решение. Напоминаем, что размерность углового ускорения – секунда в минус второй, а ускорение ползуна – в метрах на секунду в квадрате. Первое слагаемое в левой части первого уравнения есть ускорение точки B. За ним следует нормальная составляющая ускорения точки C относительно точки B. И третье слагаемое есть тангенциальная составляющая этого относительного ускорения. Сумма этих трех слагаемых есть ускорение точки C механизма. Поскольку точка E удалена от опоры D на 3 сотых, а точка C на 5 сотых метра, то ускорение точки E равно 3 пятым ускорения точки C. Ускорение точки F было определено ранее. Зная ускорения основных точек механизма, можно найти ускорение любой точки любого звена. Например, при выполнении кинетостатического анализа необходимо знание ускорения центров масс звеньев. Положим, что центр масс шатуна BC лежит на его середине. Тогда его ускорение будет полусуммой ускорений точек B и C. Если положить, что центр масс шатуна EF удален от точки E на треть от его длины, то вначале нужно определить относительное ускорение AFE, а затем уже найти AS4. Если плоское звено имеет треугольную форму, то его центр масс находится в точке пересечения медиан. Причем эта точка делит каждую медиану в отношении 2 к 1, считая от вершины угла. Предположим, что коромысло 3 в нашем примере имеет форму треугольника CDE. Проведем в этом треугольнике медиану EK и укажем на ней положение центра масс звена. Тогда его ускорение определится, как показано на экране. Изменяя обобщенную координату механизма, можно составить таблицу угловых и линейных ускорений за один цикл, то есть за один оборот входного кривошипа. Таким образом, мы создали программу аналитического определения параметров кинематики плоского стержневого механизма, которая выглядит следующим образом. Начинает программу схема механизма и исходные данные. Затем следует определение углов, соответствующих крайнему правому и крайнему левому положением выходного ползуна. Далее идет блок определения положения звеньев. Сначала для конкретного значения обобщенной координаты механизма, то есть угла поворота входного кривошипа, а затем для исследования геометрии механизма при повороте кривошипа на 360 градусов. Завершают программу блоки определения скоростей и ускорений. Рассмотренный в данном видеозанятии аналитический метод кинематического анализа не является единственным. Существуют и другие, не менее эффективные методы, но о них в наших будущих фильмах. И в честь твою пускай вовсю звучат аккорды, и для меня поверь, почет ни звания нет. Я твой студент, не про Петровский горный, национальный горный университет. Я твой студент, не про Петровский горный, национальный.